Всем привет, я Юлия Андреева. Я расскажу вам о погоде на пятницу 21 августа. Спонсор прогноза погоды — фирменная сеть «Дороничи» и «Мясной дворик». Корейка, корейка, корейка моя, корейка. Корейка — свиная жар мясо. Всего за 259 рублей 90 копеек. Фирменной сети «Дороничи» и «Мясной дворик». В пятницу на территории Кировской области ожидается преимущественно пасмурная погода. В Вятских полянах возможен небольшой дождь. В Кирсе плюс 15, в Слободском до 16 градусов тепла. Солнечно и плюс 18 в Котельниче. В Кирове днем в пятницу будет пасмурно, воздух прогреется днем до плюс 17 градусов, ночью ожидается плюс 10, плюс 11. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%. Ветер подует преимущественно северный до 4 метров в секунду, магнитное поле будет спокойным. 14 часов 58 минут продлится световой день. В пятницу луна растет. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на пятницу 21 августа. Счастливо!